Dėmesio, dėmesio. Nusileido lėktuvas iš Sočio ir Kijevo. Reisas 80-40. Внимание встречающих. Прибыл самолет рейсом 80-40 из Сочи и Киева. Встречающих просим пройти в зал прибытия. Водитель, может, на вокзал подбросишь? Водитель. Товарищ директор. Товарищ директор, как же это я? Привет, Антанас. Здравствуйте, товарищ директор. Раз объявили, опаздывает самолет. Второй, вот я и проспал. Что же это такое? Я целый час москвич ищу. Где же наша машина? Списали старушку. Списали, товарищ директор. Только вы на курорт? Позвонили нам и, мол, забирайте эту «Волгу». Говорят, театру не даем, заводу не даем, даже исполкому не даем. Только вам, товарищ директор. Что еще нового? Это и есть самая последняя новость, товарищ директор. Говоришь, театру не дают? Обойдутся. Поехали. Хороший будет денек. Всегда найдется, кому испортить этот хороший денек. Как ты? С женой помирился? Помиришься с ней. Упрямая, как коза. Может, мне с ней поговорить? Не надо. Могу поговорить. Не надо, товарищ директор. Сам справлюсь. Как хочешь. Остановись тут. За руль хотите? Дай попробуй. Пожалуйста. Прошу тебя, давай. Поехали. К пиранам. Один километр. Умоляю, помоги пирана. Слушай, гражданка, ты же на моем месте. Ты куда влезла? Один километр, умоляю тебя, пирана. Довези. Ну, давай, дорогой, залезай скорее. Поехали. Смотри, какая машина. Хорошая у тебя. Довези один километр, начальник. Спасибо. Ее хватит, довези. Хватит. Что ты такой грустный, начальник? Цыганку отвезешь, счастливым будешь. Ох, грустный какой. Машина у тебя какая. Шофер красавица. Давай погадаю. Все расскажу, правда, любовь, смерть, все правда, по ручке. Давай, дай ручку, красавчик. Все расскажу. Цыганка тебе скажет, давай ручку, красавчик. О, красавчик. Запретная любовь у тебя, красавчик. Вот как?
Да, жена есть, дети есть. Ты о будущем, о будущем. Про жену я знаю. О будущем сейчас тоже скажу все. Скажу, все надежды потеряешь, красавчик. Счастливым будешь, потом глаза тебе кто-то откроет. Грустным будешь, красавчик. Любовь потеряешь, большое дело задумаешь. Но счастливым будешь, из заколдованного круга не выйдешь. Кем родился, тем умрешь, красавчик. Куда взгляда раз их муснули? Пирано, приехали. Красавчик, скажи, чтобы остановил машину. Остановись, начальник, приехали. Слышишь? Эй, Пирано, Пирано, давай, приехали. Сустав, давай, Антон. Давай. Остановись, Антонис. Слезай, Пирано. Останови машину, кому говорят. Сустав, Гильди. Остановись. Чтоб вы все пропали. Дай мне. Хорошая машина. Лучше москвича. Привыкнуть надо, как любой. Скорость? А, нормальная, нормальная. Яра мечет и покал нас клеет и кивьяра. Что это? Зажигание. Притормозите. Это вы, Волга. Вот тебе и Волга. Сейчас посмотрим. Ну, что там такое? Извини. Это что такое? На юге купил. У нас теперь таких нет. Что ты с ним будешь делать? Что? Надо, мать, надо. Вот начнется охотничий сезон. Ради бога, ты что, собираешься стрелять? Собираюсь. Первый секретарь давно зовет. А теперь, когда я на таком посту, я должен быть со всеми. Ты чего? Ты же курица, голову не мог свернуть. Мне твоя мать рассказывала. Что было, то было. Охотник не мясник, запомни. На охоте главное общение. Кабинет тогда на заседаниях ничего не решается. А на охоте или финской бане
Другой разговор. Все на месте. У всех хорошее настроение. Чего желаете, пожалуйста. Кто не может, тут же находится начальник, который все может. Если на охоте или финской бане что-то пообещают, никогда от своего слова не откажутся. Привет. Эгли не появлялась? Альфреда, телефон. Бегу. Алло. Алло. А что? Я слушаю. Насчет Дариуса, надо в школу зайти, к директору. Ты же всегда этим занималась. Я звонила, но он мне не сказал ничего конкретного. Он хочет с тобой поговорить. Что? Что ты сказала? В школу надо зайти. Ладно. Что натворил там этот Аболтус? Не называй его так. Никакой он не Аболтус. Стихи какие-то у замка читал. У замка? Какие стихи? Не знаю. Сомнительные. Я толком и не поняла. Директор по телефону не мог или не хотел объяснить? Сомнительные, несомнительные. Мог, не мог. Знаю, не знаю. Тогда кто это знает? Директор с тобой желает разговаривать. Привет. Где пропадала? Я тебе звонила. Отец вернулся? Не знаю. Отозвался мужской голос. Что ты ему сказала? Ничего, положила трубку. Может, не туда попала?
Может, ты не туда? Будешь есть? Саулис, ты как? Не знаю. Подумаем. Перекусим? Нет, не могу, мне пора. Неужели тебе есть не хочется? Бегу в ресторан работать, там перехвачу. Ну, бай. Я бы желал знать, где ты шляешься на ночь глядя. Здравствуй, папа. Здравствуй. Как тебе солнечная Грузия? Много тостов выучил? Ты мне ответь на мой вопрос. Почему на ночь глядя? Еще нет и 12. Иди, иди. Иди сюда. Мне хотелось бы знать, где ты так поздно шляешься. Где-где? За решеткой. За какой решеткой? Школьный подвал мы зовем за решеткой. Мы там репетируем, мама знает. Дыхни. Отец. Я не буду дышать. Пил. Я не пью и не курю. А друзья твои курят? Это их дело. Дыхни, дыхни. Почему же ты боишься, если не пил и не курил? Это унижает мое достоинство. А твое достоинство не унижает то, что я вынужден ходить к директору школы? Что случилось? Можешь сказать нам с матерью, что случилось? Ничего, ничего не случилось. Дариус, сынок, ты должен нам откровенно все рассказать. Так почему меня вызывают в школу? Почему я должен идти к директору школы? Мы смылись с лекции. Приехал какой-то лектор из Вильнюса читать нам о морали советской молодежи. Надо же такое придумать. Из него песок сыпется, а он о морали будет рассуждать. Классная у дверей стояла. Кто? Классная. Надеюсь, это была не твоя идея. Кто первый сказал мяу? Разве это главный отец? Да, да. Именно. Кто первый сказал мяу? Потому что он зачинщик, организатор. Мы договорились после уроков отметить юбилей князя Скаудаса. У замка? Что вы можете отмечать? Что вы хотели отмечать? Тысячелетие князя Скаудаса. Был такой князь. Молокососы. Молокососы. Сопляки. И такая чушь могла вам прийти в голову. Начитаются сказок. Тебе не ясно, что это сказки? Так чего же ты испугался, если это сказки? Испугался? Да. С историей не шутят. Был Витаутас. Был Йогайло. Другие признанные историей личности. А Скаудаса не было? Это легенда. В лучшем случае... Еще одна версия о названии нашего города. А история должна нас учить. Чему? Чему тебя научила история? Что за стихи ты там читал? Свои. Сам сочинил. О князе Скаудасе. Дай сюда. Чего захотел? И ты как наш Дирик. Кто? Директор.
Чуть кармана не вывернул, искал стихи. Нет стихов. Вот они где все. Не забывай, что в университет тебе поступать со школьной характеристикой. Молокосос. Товарищ директор, вас. Алло. Слушаю. Я вас слушаю. Вы ошиблись. Товарища Рукаса мы проводили на пенсию. Это директор музея Борис Адамонис. Алдона, всегда спрашивайте фамилию и должность. Привет. А, привет, привет. Как живешь? Нормально. Как жена? Хочу с тобой поговорить. Мы так редко видимся. За мной должок. Я помню. Вот если бы ты мне... Да что ты, Вильюс? Я и забыл об этом. Ждут меня гости. Извини. Меня ждут. А как сын? Нормально. Готовится в университет. Не сердись, ждут меня. Директор? Товарищ директор, звонил директор Рукас. Ой, извините, товарищ директор, звонил Рукас, просил вернуть рукописи где-то в вашем столе. Я отдал их на инвентаризацию. Можно сделать факсимиль, если надо. Пусть обратится в фонды. Прошу тебя. В зале скульптуры перед вами работы разных веков. Хотя их разделяют столетия, в них явно видна преемственность традиций. Литовская школа скульптуры представлена творчеством Йозеса Микенаса. Он говорил: «Я учился искусству ваяния у народных мастеров и древних греков». В этом зале выставлены и работы молодых литовских скульпторов. Перед вами работа Дали Матулайте, Неринга. Древняя легенда рассказывает, что дочь рыбака Неринга спасала рыбацкие лодки от бурь. Наш новый директор, товарищ Адамонис. Guten Tag. Guten Tag. Mal nochmal die. Sehr angenehm.
Мой директор. Звучит? Еще бы. А научный сотрудник? Сравнил. Ну, где же твоя мастерица? Хочешь сказать, что мы задержались? Грищи. Успеешь. Ты никогда не бываешь со мной просто на природе. Тут так чудесно. Отдыхай. Расслабься. Я не хочу быть только любовницей. Я понимаю, что у тебя нет времени, много работы. Теперь ты панически боишься, что я зайду в твой кабинет. Товарищ Бонитти, товарищ Бонитти. Ты мне нравишься. Мне хорошо с тобой. Зачем переливать из пустого в порожнее? Сама понимаешь. Неудобно. Вокруг люди все видят, все слышат. Трудно. Замри. Ну ладно. Идем тут рядом. Ты прости меня. Может, иногда я невнимателен к тебе. Я не знала, что тут все так. Пустяки. Мы чудесно прогулялись. Думаешь, соврала?
Совсем недавно тут вправду жила женщина. Она ткала старинные ленты. Летом я приезжала к бабушке, она жила рядом. И я часто сюда прибегала. И сейчас захотела вернуться в детство? Что ты? Это невозможно. Мастерица умерла, и дом разрушается. Идем отсюда. Я очень боюсь старости. Я очень боюсь смерти. Как ужасно пахнет старость. Здесь пахнет смертью. Мадам Тереза. Мадам Тереза. Мадам Тереза. Вы задремали? Нет. Я вот так сижу и очень ясно вижу. Я вижу этот зал. Вижу, как гордо шефствует по нему граф Тотс. И показывает своему гостю, графу Потоцкому, картины, коллекции оружия. Весьма возможно. Но не забывайте, что у нас тут ценные экспонаты. Конечно, извините. Мы рады, что не забываете нас. Как же вас оставить без опеки? Прошу. Прошу. Лободена. Добрый день. Здравствуйте. А где гости? Обедают. Скоро будут. Познакомьтесь, это наш старший научный сотрудник, товарищ Мацени. Очень приятно. Что-нибудь предложить? Вам кофе или чай? Нет, нет. Раньше я любил кофе и крепкий чай. Теперь нет. Мне не наливать. Спасибо. Вот о чем я хотел бы спросить вас. Да. Как дела с новым зданием музея? Стройка идет к концу. У меня возникла такая мысль. Ведь у нас нет своей выставки достижений народного хозяйства. Так сказать, место, где бы демонстрировались успехи нашей промышленности. Как вы посмотрите на то, чтобы в новом здании выставить наши достижения? Все, что производят городские предприятия. По проекту там должны быть археологические, исторические отделы. Понимаю, понимаю. Но надо подумать, что важнее. А то приходят ко мне передовики труда и говорят... Где наши победы? Где наш сегодняшний день? И в самом деле, мне нечего им ответить. Вот так? А музей вполне бы мог справиться с такой задачей. Здесь самое подходящее место для дворца выставок. Вы понимаете меня, товарищ Адамонис? Да-да. А предприятие позаботится об экспонатах, они заинтересованы. Беритесь за дело, а мы поможем. И транспортом, и средствами поможем. Только действуйте.
Постараемся. Действуйте. В заключение хочу подчеркнуть вот что. Анализ археологических находок не дает однозначного ответа на вопрос об этнической принадлежности тех, кто населял эти территории. В письменных источниках также нет точных сведений о происхождении литовских племен. Как показывают погребальные памятники, в первое тысячелетие нашей эры на территории Западной, Центральной и Северной Литвы происходили перемещения балтийских племен. Итак, друзья, из балтийских племен, принадлежащих культуре шнуровой керамики, должны были сформироваться и литовские племена. Возникает естественный вопрос, в какой локальной группе следует искать корни самых древних литовских племен? Разумеется, культура шнуровой керамики, продержавшаяся весьма долго и распространенная по всей Восточной Европе, не могла оставаться однородной. Многое зависело от природных условий, от связи с другими культурами и прочих факторов. Спасибо за внимание. Можно, товарищ лектор? Это вопрос или вы хотите выступить, товарищ Каспарс? Вопрос. Наш лектор спешит в Вильнюс. У него уже в обрез времени. Ну, если только коротко. Хорошо. Товарищ Паужа, в последнее время выдвигается гипотеза, согласно которой упомянутые вами ранее городища в Жемайтии, Северной и Центральной Литве, очень напоминают очень близкие культуре, распространенной в периферийной области Литовского Взморья, то есть ареал Курши в первые века нашей эры был гораздо шире. Товарищ Каспарес, простите, мне кажется, это очень сложный вопрос. Мы его сегодня здесь не решим. Может, обратимся к нему в следующий раз? Благодарю вас. Ну как? Горишь? Я сейчас плесну пивком на камне. Может быть, по маленькой, товарищ директор? Переборщил ты. Ничего, в аду жару побольше поддадут. Слабаки вы, мужики. Слабаки. Вот видишь, как мы тут живем? А ты, наверное, думал, провинция, провинция. Я ничего не говорю. Думал, думал. Что? Ну, давай. Одна нога здесь, другая там, мигом. Не ожидал тебя увидеть на месте Рукаса. Давно ты ходишь в директорах? А что это тебя удивляет? Директор. Бывает же в жизни так. Одному подфартит, другому нет. Ручаюсь, что в музее ты не задержишься. Плохо ты меня знаешь. Лучше сменим тему. Мне нужен рецензент. Ну, человек, который помог бы мне протолкнуть книгу. Ничего странного, я пишу книгу. Книгу? Да. Пишу историю нашего края, о его прошлом, о настоящем.
Понимаешь, нужен пробивной тип. Таран. Из министерства или редакции? Подумаю. Думай, думай. Серьезно. А теперь, девочки, бултых в пруд. Послушай, а может, Гарольд? Правда, давненько я его не видел. В последний раз, когда еще на комсомольской работе были. Я его тоже не встречал. Он уже не в нашей системе. Можно сказать, без пяти минут министр. Да-да. Ну, а у тебя как? Квартира хорошая? Нет. Машина есть? Нет. Да как ты живешь? Мне этого не надо. Брось ты философствовать, музейный жук. Погляди, как мы живем. Какую экспозицию оборудовали. А еще дворец выставок отгрохаем, вся республика и Вильнюс ахнут. Не веришь? Почему не верю? А кто над наукой будет корпеть? Теннисные корты соорудим. После работы теннис. Неплохо придумано. Как мы будем жить, такая и история будет. Ведь наша работа тоже история. Так и потомки нас будут вспоминать. Ты говоришь прямо как Чехов. Иронизируешь? А ты не меняешься. На все смотришь глазами боксера. Отправишь в нокдаун любого, кто на пути встанет. А ты разыгрываешь из себя скромника. Такой я и есть. Ты тоже не изменился. Идеалист. Беззубый идеалист. Мне пора в гостиницу. Ну вот еще. Сиди. Зря ты спешишь. Ну, как знаешь. Смотрите, кто приехал. А ну, девочки, возьмите его, ведите, не отпускайте, не отпускайте. Thank you.
Меньшикова. Лестрова Аргента. Плечи Дарондо. Проспер Вента. Венита Аджера. Маркета. Mia Santa Lucia Santa Lucia Venite Augere Маркета мия санта Лючия. Лаба Сантана. Привет, Антанас. Здравствуйте, директор. Врачи рекомендуют пешочком. Уже высох. Прошу. Здесь стенды. Вот еще одна комната. Здесь собраны интересные экспонаты. Конечно, эта продукция не серийная. Но что главное, они уже готовы. Открытие выставки назначено на 12. Это главное мероприятие городского праздника. Торжественный ужин 8. Мы так и планируем. Все будет в порядке. Товарищи, я пообещал первому секретарю. Алдона, позвони насчет пригласительных. Я прошу, я просто требую ежедневно отчитываться о том, что сделано. Наш город взял свое начало от старинного замка. Как гласит легенда, в глубокой древности этот замок воздвиг славный литовский князь Скаудас. Есть еще легенда, как возникло название нашего города. Ни один мужчина литовского племени не сдавался в плен, а раненые на поле брани, стиснув зубы, они стонали. Больно, Скауда. Считается, отсюда и пошло название нашего города. Альгис, скорее, идем в другой зал.
Наверх, наверх. Там моя квартирантка живет. Молодая? Молодая, молодая, не знаю. Поди, спит еще. Альфреда? Открой. Хозяйка, я еще сплю. Господи, спит она еще. Вставай быстрее. Открой дверь. Ну что ты боишься? Мастер пришел. А нельзя ли в другой день? Нет, нет, не может он занят. Хорошо. Но я еще не одета в ночной рубашке. Халат набрось. Хорошо, хозяйка. Не нахожу халат. Никто на тебя не взглянет. Ладно, я сейчас, только вот постель еще застелю, а то мне неудобно. Сейчас. Одну минутку. Не копошисты. Доброе утро. Доброе утро. Ты где же это? Разве не видишь? Не вижу. Ну вот здесь, под окном. Здесь? Ну как? Видите ли, здесь, хозяюшка, мне сдается, надо делать все заново. Заново. Еще чего? Как это еще чего? Все? Выломано? Такая мелочь. Это мелочь. Неделю придется возиться. Ну уж и неделю. Если не дольше. Ой, и больше. Не верите? Можно и покрепче материал взять. Но это будет стоить подороже. Может, и договоримся? Здесь мне все ясно. Где еще? Проходите прямо. До свидания. До свидания. Там еще одна комната. Где? Ну так показывайте, где. Ну так на веранде, вон там. Ты же говорила, она на базаре. Цветами торгует. Только не жалей, что пришел. Мне цыганка нагадала. Есть у меня тайная любовь. Тайна, черт побери. Что у меня на лбу написано? Написано, что боишься. Говоришь, как моя жена. От нее бежишь ко мне, от меня к ней. И вечно в страхе. Возьми. Где мой галстук? Все. Сегодня же напишу приказ. Уволю мадам Терезу. Сегодня не уволишь. Почему? Суббота. Значит, уволю в понедельник. Чем же она тебе не угодила? Музей не место для сказок. Надоело. Не хватало мне еще и ее кошмары выслушивать. Наберу новых людей. Таких, как я? Без крыши над головой, без будущего, на жалкую зарплату? Не будем ссориться. Успокойся. Послушай, хозяйка что, целый день будет торчать дома? Есть хочешь? А я хочу.
Господи. Болис. Как ты меня напугал? Что случилось? Ничего. Я пришел домой. Ты меня напугал. Что-нибудь случилось? Нет. Ты же знаешь, что я не выношу. Я не выношу, когда кто-нибудь стоит за спиной. Я думал, ты слышала, как я пришел. Мог предупредить. Теперь кошмары будут сниться. Ты знаешь, я пишу книгу об истории нашего края с древнейших времен. Книгу? Да-да, книгу. Как ты сможешь ее написать? Для книги надо собирать материал, рыться в архивах. Это серьезный и кропотливый труд. Ты умеешь агитировать, убеждать людей. Книгу. Ты и письма-то путного не сочинишь. В музее все есть, а то бы я и не взялся. Да и первый секретарь напутствовал. Такого заказа еще не было. Это не брошюра, а книга о нашем крае, о людях, о промышленности. Но пока об этом никому ни слова. Начнут болтать, как стал директором, сразу и книгу. Все-таки я боюсь, Болис. Чего? Люди на заводе стали меня стороной обходить. Как завидят, смолкают. Раньше этого не было. Зависть это. Зависть. Ты жена директора. Понимаешь? И должна вести себя соответственно. Ну а как я веду себя? Несоответственно? Не увязываю за тобой финские бани на пирушки? Как всякий нормальный человек, стою в очередях? Не о том ты. Не о том. Я понимаю. Я не молода. Красавицей никогда не была. Ты женился на мне, потому что мой отец был председателем колхоза. При деньгах. Не было проблем. Ни с квартирой, ни с мебелью. Ты все сказала? Все. Тогда мне остается собрать чемодан и уйти. Ты этого не сделаешь. Интересно, почему? Потому что ты не сумеешь уже создать себе такой комфорт. И еще из-за страха. Какого страха? Из-за страха потерять свое положение. Из-за страха, что будущее не зависит от тебя. Ты знаешь, что в директорском кресле можешь и пальцем не шевелить. Да, если только начнешь шевелить, наделаешь ошибок. Как бухгалтер на большом заводе, я прекрасно вижу, как человек, ничего не делая, одолевает ступеньку за ступенькой. И глядишь уже наверху. Иди завтракать. Читай газеты. Уже прочитал. Тогда смотри телевизор.